Приветствую вас, дорогие мои. Благодарю вас за лайки, за подписки. И сегодняшняя тема нашего разговора с колодами. Одну взяла на подхват как дополнительную. Что вам нужно принять прямо сейчас? Что вы, может быть, не принимаете, а пришло время, пора созреть и пора принять, впустить, осознать. Итак, сейчас мы проведем сигнификацию по теме, что вам нужно принять прямо сейчас, какой человек меня смотрит. Расклад общий, если не резонирует, можете пролистнуть, ничего страшного в этом нет. Какой человек меня смотрит по теме, что ему нужно принять прямо сейчас. Рыцарь кубков. Это может быть и мужчины, да, находящиеся в каких-то любовных энергиях, таких тягучих энергиях, которые плавучие такие энергии. Это может смотреть меня человек водной стихии, рыбы, скорпионы, раки, да, независимо мужчина-женщина. Это может быть женщина, которая находится в мужских энергиях, в энергиях рыцаря, и сама занимается построением отношений, что ли, да, как мужчина, вместо мужчины много инициативы берет на себя в любви, да, потому что кубки это все-таки любовь, это все-таки эмоции. Фигурная карта, не отрежешь, не пришьешь, вот так вот. Так, а что вот этому герою, героине нужно? Это человек не молодой, не старый, а средних лет, от 30, так скажем, до 50, да, у нас по рыцарю может проходить до 45, да, вот это. Хоть мужчина, хоть женщина, без разницы. Если смотрят девочки, то, девочки, имейте в виду, вы на данный период просмотра находитесь в мужских энергиях. Так что вам нужно принять прямо сейчас? Что вам нужно принять прямо сейчас? Так, вам нужно принять какого-то императора, либо отношения с ним. Этот император, значимый человек в вашей жизни, могут просматриваться начальники, могут просматриваться партнеры, да, могут просматриваться кто-то из родителей, кто-то из родственников. О каком-то мужчине речь, да, о каком-то серьезном, значимом, важном, статусном человеке идет речь. Давайте разбираться, по какой теме должно пройти принятие, по какой сфере. Двойка жезлов. Возможно, тут просматривается, у кого-то проиграется тема выбора. Да? Тема выбора. Поговорить, не поговорить с этим человеком. Признаться, не признаться. Рассказать, не рассказать. Наехать, не наехать. Да, так. Поругать, не поругать. Если, может быть, смотрят те, кто может себе позволить кого-то поругать. Начальника тоже можно поругать, да, начальники разные бывают, да. И вот по двойке жезлов, вот видите, человек стоит на выборе, причем на выборе таком эмоциональном. И смотрите, тема нашего разговора, что вам нужно сейчас принять, получилось, кого нужно сейчас принять, да, возможно, относительно какого-то человека перестать колебаться, да, перестать эмоционально колебаться. Потому что чем дольше мы колеблемся, тем менее шансов на то, что мы примем верное решение. То есть верное решение, оно должно приходить спонтанно, оно должно ощущаться приятными ощущениями в теле, это важно. Да? Вот иногда на своем канале, в Телеграм, кстати, подписывайтесь, у нас там образуется клуб скорой ментальной помощи, да, это я так уже отошла. Так вот, на своем канале всегда говорю, принимая решение, мне часто задают в чате вопрос, принимая решение, слушайте свое тело, то есть немножечко в легкий транс вошли, закрыли глазки, подумали, насколько благоприятно для меня вот такое-то мое решение, пойти туда-то или поговорить с тем-то, и слушайте свое тело, замрите. Это не значит, что не дышите, это значит, что просто сконцентрируйтесь, сфокусируйтесь на ощущениях в теле, не думайте ни о чем, и тело вам даст знать. Если вы почувствуете какой-то дискомфорт, даже, знаете, даже может заурчать где-то в животе, вот так неприятно, да, может у кого-то отрыжка произойти, кто-то икнет там или еще что-то, да, то
Все-таки это неверное решение, да? Подумайте еще раз. А если приятное тепло разливается, если сердечко затрепетало, если какая-то благость или такие мурашечки по телу побежали. Вообще, когда по телу бегут мурашки, это всегда с вами разговаривают высшие силы. Так вот, многие часто, кстати, за страх принимают, но на самом деле это тонкий план с вами разговаривать. Так вот, ловите ощущения в теле и принимайте решение. Принимайте, вот это вам нужно принять. Да? Касаемо чего? Давайте посмотрим решение с императором. Касаемо чего? Либо касаемого какого там, если это работа младшего сотрудника, да, либо какого-то другого человека, либо поговорить о ком-то вам надо, да, по пажу мечей может присматриваться хоть мужчина, хоть женщина, хоть ребенок, хоть мальчик, хоть девочка, хоть подросток, да, вот. По поводу, может быть, упрямства какого-то человека, по поводу какого-то человека, по поводу его несовершенств, о том, что это нужно принять. У нас же сегодня разговор о принятии, да? Вот. Может, вы за кого-то хотите попросить, да, поговорить с кем-то. А может быть, если, допустим, это любовная сфера, напоминаю, расклад общий, то, может быть, вы хотите попросить партнера о том, чтобы он мягче относился к вашим детям, да, о том, что, может быть, он мягче относился еще к кому-то, кто младше вас, да, но тут также могут проигрываться животные, если там муж у вас собачку пинает, вашу любимую, да. Хорошо, что еще вам нужно принять? Давайте смотреть дальше. Необходимо, прям необходимо, по мнению высших сил. По какой-то теме у вас разбито сердце. Это может быть и продолжение вот этого разговора, да, по какой-то теме разбито сердце, идут какие-то страдания. Но, смотрите, это сердце разбито не просто так у вас. Это сердце разбито ваше. То есть вот какие-то переживания сердечные, прям духовные, они вам нужны для того, чтобы вы вынесли какой-то урок, да, и, наверное, все-таки что-то приняли и приняли какое-то решение. То есть принять свои сердечные раны такими, какие они есть, не пытаться, никогда не надо пытаться бороться. Вот когда, знаете, люди расстаются, и вот мне часто клиентки говорят: ну все, я больше о нем не думаю, не думаю, не думаю, а он сам не лезет в голову. А вы боретесь, потому что... Потому и лезет в голову, а вы не боритесь. Пришла мысль, поначалу будет часто приходить, да, пришла мысль в голову об этом человеке. Ну, пускайте ее, поблагодарите. Поблагодарите мысль сначала за то, что она пришла, напомнила вам о чем? О том, что надо благодарить этого человека. Потому что все-таки сердце здесь выпало не зря. Сердце – это у нас разговор о сердечной чакре. И если ваше сердце закрыто, если вы не принимаете того, что произошло через страдания, а раз у вас страдания, значит, вы не принимаете, да, ваше сердце закрыто, вы не умеете благодарить. По крайней мере, не желаете благодарить того человека, который, по вашему мнению, разбил сердце. Вот через такое принятие вам придется пройти. Что еще? Выпадает пентакливый король. Вот. Тут, возможно, все скорее про каких-то бывших мужей. Ну, сожителей не люблю слово, да. Все-таки, наверное, больше сфера любви в нашем общем раскладе просматривается. Либо человек, который владеет какими-то ценностями и для вас значим. Ну, ценности могут быть и духовные, да. Вот этого человека вам нужно понять. Это могут быть два в одном, да. Это может быть значимый человек. И вот по Пентаклю, как правило, идет муж, да. Либо отец, если мальчики смотрят, да. Либо брат, да, опять-таки. Ну, тема любви, тема партнерства все-таки доминирует сейчас у нас с вами в нашем разговоре. Арканы влюбленные. Вы знаете, если вы сомневаетесь в любви этого человека, он вас любит. Даже если он не любит вас так, как вам хочется, я обязательно всегда говорю, поймите одну простую вещь. Если вас кто-то не любит так, как вам хочется, это еще не значит, что вас этот человек не любит. Понимаете? Что вас этот человек не любит. А здесь любит. Любит этот значимый человек, но он любит по-своему. И вы разбиваете себе сердце своими переживаниями. Как так? Кудах-тах-тах? Как так он меня не любит так, как я хочу? Но, мои дорогие, у каждого своя картина мира. Даже если бы у вас был брат-близнец или сестра-близнец, они бы все равно не смогли вас любить так же, как вы его. Понимаете? Потому что у каждой души разное предназначение. У каждой души, даже если это внутриутробные братья, близнецы, двойняшки, тройняшки и так далее,
У каждой души свой путь. Понимаете? Поэтому примите этого человека, примите с ним партнерство и примите те страдания за урок, да, за то, что ваша слепость, слепота, вот правильное слово, за то, что ваша слепота не позволяет вам, ваша душевная слепота, конечно же, я имею в виду, да, не позволяет вам увидеть, насколько этот человек хорошо к вам относится. Да? Даже, может быть, если внешне не транслирует. А он не умеет транслировать. Его, возможно, этому не научили. Что еще вам нужно принять? Справедливость. Да. А справедливость вселенская от Создателя – это такая серьезная вещь, которая говорит, что посеешь, то и пожнешь. Понимаете? Вы должны понимать, что то, что вы сейчас имеете как результат, да, то, что не можете поговорить, не можете принять решение, да, то, что вы имеете как результат, вы это не хотите принять как результат, это как раз результат ранее сделанных ваших действий. Ранее сделаны ваши действия, немножко перефразирую, да? То есть, и все по справедливости. Понимаете, как это понять, эту ситуацию? То, что я сейчас имею, это, допустим, у меня, некоторые говорят, у меня муж пьяница. Я что ему, наливала, что ли, что он у меня валяется на диване с бутылкой пива? А вы когда-то выбрали этого человека. Вы сделали выбор, да? Вы, не работая над собой, не прорабатывая какие-то свои качества, то есть этот человек всего скорее, по вашему мнению, вот лентяй и такой вот бедолага, который вообще ничего не может, да? Возможно, вы много лет вели себя так же, да? А потом только вот вы начали в нем замечать, что вот он такой. А вы себя в каких-то моментах вашей совместной жизни вели себя так же, то есть получали результат в итоге вот такой вот по справедливости. Теперь, да, уже получили, и вам нужно это принять. То есть чем больше вы способны принять того, что происходит в реальности вашего мира, впустить, открыть свое сердце тем событиям, даже пусть это негативные события, впустить их в свою жизнь и довериться Вселенной, тем легче вам будет жить вообще. Понимаете? Тем легче вам будет общаться с другими людьми. Партнер это, родственник или кто-то. Понимаете? Давайте подведем такое краткое резюме. Вот этот краткий расклад говорит о принятии мнения других людей, значимых для вас. Не пытаться их осуждать и сопротивляться тому, что они несут вам в вашу жизнь. Пусть даже вам это не нравится. Извлеките из этого урок. Извлеките из этого благо для себя. И это будет справедливо. И вы начнете новый этап в отношениях. И вы тогда уже не будете стоять на выборе. И вы сможете быть открытыми. Смотрим дно колоды. Здесь все-таки речь о родственниках, да? Пентакли на дне колоды. Здесь речь о родственниках, о близких людях, о людях, связанных, может быть, кровными узами, о тех, кто взаимодействует часто, близко, регулярно, но недоволен этим взаимодействием. Помните, пожалуйста, вот об этой карте и помните о моих словах, что если вам кажется, что вас кто-то не любит, так как бы вам хотелось, это совсем не значит, что вас не любят. И я вас обнимаю.